Рамадановским районным судом вынесет постановление о привлечении к административной ответственности в отношении местного жителя, который совершил административные правонарушения, предусмотренные статьей 6.1.1 Кодекса об административном правонарушении, побои, сотрудниками отделения МВД России по Рамадановскому району установлено, что 8 марта текущего года, примерно в 8 часов вечера, житель районного центра, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь в местном магазине, стал предлагать работнице данной торговой точки встретиться с ним. Услышав со стороны девушки отказ, мужчина разозлился, стал хватать ее за руки и за волосы. Однако потерпевшему удалось вырваться и убежать. О случившемся она сообщила в полицию. Мужчину доставили в ОМВД России по Рамадановскому району, где в отношении него был собран материал, доказывающий его вину. При рассмотрении дела в суде виновный признал свою вину и раскаялся в содеянном. Постановлением суда ему назначено минимальное наказание в виде административного штрафа в размере 5000 рублей. Решение вступило в законную силу. Вячеслав Гусев, начальник отделения участковых полномочных полиции ОМВД России по Рамадановскому району.